Добрый вечер, друзья. Берег, дорога, и вот сразу после дождя. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что у нас после дождя? Повеселей? Ну, да, повеселее. Рыбка началась как-то уже питаться, потому что, ну, когда дождь не был, ну, погода пасмурная, тогда рыба как-то неактивная. Даже вот была такая, ну, поклевка, не поклевка. Сидишь, ждешь, а он сидит. Ну, рыба неактивная. Сейчас как-то уже... Пободрее, да? Да, пободрее, и уже берет как-то вот, ну, вот на 27 метров, пожалуйста, рыба клюет. И то как-то, вот, например, две рыбы вытащил, там пучок опарыш белый и красный, да? Угу. Бабах, две-три рыбы вытащил, все, молчит. Бабах, там насадку там подумал, там что там 4 белых опарыша. Оп, все, обратно, две рыбы вытащил, все, молчит. Так, ну, пик, нужно... Так, 17:24, да. Время после дождя еще есть, поэтому не хвастанешь, что и... Все, спасибо большое.